Да пофигу, так неинтересно просто сидеть. Здесь же, блядь, ты здесь. На столе лежит компакт-диск. На CD-дисках. Охренеть можно! Хочу показать вам сайт для быстрого обмена скинов в CSGO. На сайте более 9000 вещей на любой вкус. От Ширпа до Драгонлор. Пора обновить свой инвентарь. Ссылка в описании. Вечер в хату, бандиты. С вами Квантум, хакер и Кратос. Сегодня прятки зомби в CSGO. О как. А вот всем как. Привет, всем ребята. Привет, ребят. Чего вы на вейпеле охренели? Я теперь ничего не вижу. А, в общем, в роли гнилой жопы у нас Антоша, то бишь Кратос, а в роли выживающих я и Михаил. И мы должны выжить. Все как всегда. Вы меня видите? Нет, мы тебя не видим. 3, 2, 1. И кто выходит? Я выхожу. Хватит без стекла, Антон. Ой, что я нашел? Ни хрена себе! Что ты нашел? Я, короче, нашел компакт-диск с моей аватаркой с канала. Лол! Чего? В смысле? Видосы Квантума. На столе лежит компакт-диск. На CD-дисках. Охренеть можно! Да, лол! О, прикольно. О. Так, я прячусь, я спрятался очень хорошо, и меня Антон никогда не найдет. Антон там все стекла уже разбил. Это не я, это Данил, блядь, мародер. Бесит. Это Антон мародер, бьет все окна. Ты где, сука? Ты здесь был, Миша? Ты чё меня пугаешь, засранец? Бежи, блядь! Сука, почему я замедлился? Иди сюда! Я медленно стал идти, what the fuck, он мне ногу отрезал. Он тебе ногу отрезал? А. Офигеть. Данил! Да. Ты охрен... Как? Что такое? Где ты вообще, тебя не видишь? А где Антон? Он где-то... Тихо, Миша, тихо. Али ходит, непонятно. А, он в грузан, видимо. Сучка! Гребаная, блин. Думал, все так просто. Итак, я теперь в роли гнилой жопы. Миша. Есть, меня выпустили. Антон, не надо, он тогда нас найдет на изи. Как тебе в этом, блядь, улье сидеть? Если найдет нас, то я буду первым, кто умру. Кто умрет. Ты тоже испугался. Он был прям под нами. Твари такие, сдохните! Да чё там сдохните? Антон, ты убежал, надеюсь. Антон убежал, блядь, сука. Антон, нет! Нет, Антон. Я бы хотел резануть. Где он? Антон, я знаю, сука, ты здесь. А чё ты нельзя? Радар отключил. Утапок долбанный. Думаешь, сойдет такая? Почему нет? Хотя, да, погоди, сейчас. Закрою нахрен. Сейчас, стой, все нормально. Я тебя спас. От чего? Не знаю. Так. Чё-то неинтересно. Данил, не надо. Хайала. Ла-ла-ла. Он вышел. Ла-ла-ла, я вышел к вам. Миш, я торчу, посмотри, Миш, я торчу. Сейчас, погоди. Нет, не торчишь. Такая рожа просто. Антон, ты слышал? Уйди, он идет, тихо. Я в замешательстве. Он топает, тихо. А, сука, страшно, блядь. Слушай. Данил. Я тебе дверь наоткрывал, ты не слышал? Кажется, нет. Смотри, зашел такой, зашел. Нюхает, смотрит. Миша, курица, антикурица. Ты где, блядь? Иди сюда, мерзость! Убежал! Мяу! Мяу! Где ты, Миша, господи? Да ладно! Блядь, сука, я не мог пройти в эту хуйню, почему? И где я? Где он, Антон? Он что, в ту комнату зашел, Миш? Нет, он рядом. Нет, понимаешь, где мы сидели? Я должен подсказывать ему. Вообще, да, кстати, вот. Или все. Тебе. Данилу. Нет, у нас же типа РП отыгрывается, и поэтому никто никому не должен. Он что, по кухне лазит? Зомби себе что-то хочет приготовить покушать? Именно, Данил. Ничего тебе не скажу, Данил. Да? РПшечка. Абсолютно ничего не скажешь. РПшечка. 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 Да. Да. Да, вот меня такая кровавая шняга. Антон, я с тобой дверь закрыл. Вернись, пожалуйста. Да ты охренел! Зачем ты сам себя палишь, Данил? Да пофигу, так неинтересно просто сидеть. Здесь, блядь, ты здесь. Лев Толстой, помоги мне. Помоги мне. Смотри внимательно на все стены, Антон. Да тихо. Ты тихо гонишь, что ли, Миша? Тихо. Он чуть залез. Тихо. Антикурица. Все, я бегу. И что это было?
Похоже, ты испугался. Я испугался. Стой, стой, назад, назад. Вот тут присядь. О, да. Да ты бесишь! Да где ты можешь быть? Хорош, Данил. Бля, все, он нашел на кухню прикольно. О, а что это за... Успел. Данил. Дай подсказку, 2 минуты, Данил. Не говорил он мне. Я он тебе сказал нажать на Е. Смотри, на смотри, смотрит такой. Не... Сука! Я забыл про эту нычку. Блин. Твою мать! Сука! Сработал что-то. Так, я жопу. Все, я выхожу. Где вы есть? А ну-ка признавайтесь. Засранцы. Да, так, прячемся просто. Начальник, мы обосрались. Сукин сын! Сучка, охреневший самый, да? Не трогай меня! Думаешь, что так просто? Бля, Антон. Ну я типа хотел поприкалываться, Миш. Утапок долбаный. Падла! Я знал, тебя найду! Ты мудак, блять, Антон! Сейчас опять на тебя будут заагриться. Все, побежали. Побегу я в этот раз куда-нибудь сюда, к примеру. Да, Данил, значит, ты вдвойне спалился? Да, пожалуйста, ищи, потому что я смогу убежать, скрыться. Яу! Вот он выходит, злой, на картонах ходит, смотрит, дынькает, смотрит, убежал. Такой Антон напрёкся, чё за дела? Подожди. Я ему дикой фургон закинул, он такой, типа. Жопа тебе, Данил, я знаю, где ты. Где я? Скажу единственное, тебе жопа. Бля. Давай я тебе Данила покажу. Понятно, Мишу нашли. Подаван. Ой, Миш, зря. А? Чё? Ну ладно, как хочешь. Я знал, куда ты хотел пойти. Фургон. Антон такой опять в непонятках. Чё? Вейп? Откуда во? Антон. Что? Чё ты залез в этот кумар, а ну вылазь оттуда. Вейп? Это как вообще? Ты что за вейп? Вылазь, я говорю. Это когда водитель фургона навейпил. Вейп Нейшн, гоу грин. И чё ты там лазишь? Лазит. Он по фургону вышел. Пошел, смотрит, прыгает в травку, залез на фургон, побежал. Ладно, я дам тебе Он обиделся, в углу сидит, смотри! Данил? Гнилой, сюда подошел! Данил, жопу тебя, понял? Моя НЛП работает! Данил, он знает эту нычку. Пу-бум, пу-бум, пу-бум. Данил, ты че так задний, так, сука, как кошак? Дамы и господа, добро пожаловать на первые гонки на картонах. Блять, сука! Твою мать, тупик, стой! Антоша, стой! Давай договоримся! Данил, ты такой Данил просто! Я ж так могу вечно делать! Ах, нихрена не закрыл ты дверь! Ой, не закрыл! Антон, отвали от меня! Ты что, сзади бежишь? Нет, я тебя вообще потерял, где ты? Антон, я слышу, ты топаешь мурлофицы на кусок! Миш, тоже его... Видишь его вообще? Я его не вижу. Я за ним наблюдать только могу. А нет, за тобой тоже. В смысле, ты за мной тоже можешь? Вали отсюда! Антон, посмотри, где я буду прятаться. Антон, глянь. Ты видишь меня на карте? Да, ты прям надо мной сейчас. Прям значок мой в тебе. Данил, ну ты понял, куда надо бежать? Да я понял, куда нужно только бежать. Пожалуйста, и... беги и реально за мной. Там есть реально кухня прикольная. Окей, я тебя понял. Ладно, я вас понял. Антон, ты там? Нет. Антон, утапок. Иди сюда ко мне! Ты серьезно? Да. Долбанный сральник. Что? Куда ты залез? Все, давай еще дальше. Давай, побежали. Вообще, растворимся. Растворимся мечтою. Фига, я убежал. А, я понял, где вы, окей. Антон, все очень сильно зеркалится. Блять! Я не вижу. Зеркалится, Данил. А че я не могу вернуться туда? Алло! Занято нафиг! Какого хуя? Ну где же ты? Ты спалил и меня, и себя, Антон, молодец. Где же ты, Данил?
Где опять, Миша? Опять из меня виноватого? Это не... Серьезно? Нажав на эту замечательную красную кнопку, вы подпишетесь на наш канал.